FIFA 2018. До чемпионата мира по футболу остается 5 дней. Чебоксары, как и все города страны, готовятся к этому событию. В центре футбольного поля на Красной площади желающие сфотографироваться с забивакой сменяют друг друга. По периметру импровизированного поля футбольные мячи. Пока еще нет зеленых насаждений, но от этого внимание к этому месту не меньше. Приехали мы с Ростова-на-Дону, но я бы добавила бы еще травы, конечно, зеленые. И солнышко побольше. Приехал со Свердловской области, город Новоуральск. Мы путешествуем на корабле «Минин», Пермь, Москва-Пермь. В Чебоксарах мы второй раз. Ну, город очень нам понравился, здорово. А сейчас, ну, оживленно он готовится к футбольному матчу. Вот. Много новшеств. Я Туснин Сергей Степанович. Мы приехали из города Перми. Я руководитель серебряных добровольцев города Перми. Мы приехали, идем, у нас круиз Пермь, Москва, Пермь. И у нас в вашем городе, красивом городе, нам очень нравится, мы не первый раз встречали также серебряные добровольцы. Ваша набережная нас поразила, впечатлила, да. Потому что ну просто красиво, на самом деле. Оформление. Видно, что скоро будет чемпионат мира. Грандиозному событию украсили и главные транспортные развязки Чебоксар. На пересечении улиц Калинина и Гагарина установили цветочные вазоны в виде футбольных мячей. В центре бутсы и мяч. Гости и жители столицы смогут и вместе поболеть за команды в большой игре. Также на Красной площади будет установлен большой экран. Размер его 12x7 метров. И будет установлена фан-зона. Сейчас там собирают трибуны. Любой желающий бесплатно может прийти и посмотреть матчи не только сборной России футбола, но и все остальные матчи, которые будут идти нон-стопом по телевидению, по всем каналам. Трансляция матчей чемпионата мира по футболу на Красной площади в Чебоксарах будет проходить с 14 июня по 1 июля.